Такие облака прям, смотри, стеной. Вот сейчас вроде бы солнышко светит. Еще немного, и вот эта вся стена, она как створка. Хоба, и закроет небо. Ну и вот, Коль, сорви его, пожалуйста. У меня руки заняты, вон вторая рука. Одной рукой снимаю. Такой даже умывальничек был. Здесь уже, наверное, гнездо птички свили. Кто-то даже его тут то ли пульками продырявил, то ли чем. Ну, то есть нарочно, вот они, дырки зачем-то здесь сделаны. Нарочно, да? Это утро у нас не то чтобы доброе, прям наидобрейшее. Потому что очень хотели поймать кумжу. И салатик. Салатик заправляю пахучим ароматным подсолнечным маслом, который с собой взяла.